Здравствуйте. Так, вижу вопрос. Будут ли за сданные сдачи из пятого контеста еще давать какие-то баллы? Ну, кажется, нет, если на Вики там не написано про дедлайн со штрафом. Значит, нет. Так, сегодня мы поговорим про... Сегодня у нас две темы. Мы сначала закончим то, что мы не закончили на прошлой лекции, оценку сложности для системы непересекающихся множеств. А затем другая тема связана... Затем мы вернемся к жадным алгоритмам и завершим разговор о них таким неким общим подходом к анализу довольно большого класса жадных алгоритмов. Это тема «Жадный алгоритм на матроиде». Итак, система непересекающихся множеств, о которой мы говорили в прошлый раз. Это структура данных, которая поддерживает три операции. Операция makeSet от U создает одноэлементное множество U. Операция union от UV объединяет множество, содержащие U и V. И операция find от U возвращает идентификатор множества, в котором содержится U. Этим идентификатором может быть какой-то из элементов множества, но важно, чтобы если мы позвали find.u и find.v для U и V, входящих в одно и то же множество, нам эти вызовы вернули один и тот же элемент. Так что мы могли быстро понять, одному ли множеству принадлежат вершины U и V. Мы рассматривали несколько реализаций этой системы, ну, две на самом деле. И вот для второй из них мы не доказали оценку сложности. Давайте я напомню эту вторую реализацию. Итак, у нас каждое множество считается деревом. Изначально у нас просто одноэлементные деревья. Потом эти деревья как-то между собой объединяются при помощи операции union. Идентификатором множества, которое возвращает процедуру find, считается корень дерева. При этом каждая вершина U помнит только своего родителя в дереве, это parent от U, а корень не помнит. То есть для того, чтобы найти корень, нам нужно пройтись по ссылкам на родителя, по родительским ссылкам до корня. Если U корень, то мы считаем, что parent от U равен самому U. Как работает union и как работает find? Union от UV получает на вход две вершины U и V. И сначала запускается find.u, мы находим корень дерева, в котором находится U. Затем запускается find.v, мы находим корень дерева, в котором находится V. А затем корень одного из деревьев становится родителем корня другого дерева. То есть вот эти деревья так вот объединяются за счет присоединения одного корня к другому. И на это уходит константное время, а вот на поиск может уходить время далеко не константное, поскольку find.u работает за время u от n в худшем случае. Это связано с тем, что нам нужно добраться по указателям parent до корня. Когда мы получили вершину u, мы идем вот так вот вверх, пока не дойдем до корня. И если мы не используем никаких оптимизаций в нашем алгоритме, никаких эвристик, то тогда, вообще говоря, вот эта цепочка может быть достаточно длинной, она может содержать все n элементов. То есть может так получиться, что у нас просто цепочка из n элементов, и нам по всей этой цепочке нужно пройтись вверх. Мы, однако, используем ранговую эвристику и эвристику сжатия путей, о которых мы сейчас поговорим. Поэтому на самом деле вот за счет использования ранговой эвристики вот эта вот цепочка максимальная, она имеет длину не n, а логарифм n, но этот факт мы даже как-то и не будем использовать сегодня. Давайте я напомню, что такое ранговая эвристика и сжатие путей. Итак, ранговая эвристика. Для каждой вершины у нас определяется ранг. Определяется он следующим образом. Когда мы создаем множество, состоящее из элемента U, его ранг равен нулю. Ну, не его, а вот ранг этого элемента равен нулю. Что происходит в операции union? Мы находим корень
дерева, в котором располагается U, это RU, находим корень дерева, в котором располагается V, это RV, и затем, собственно, ранговая эвристика заключается в том, какой из двух корней мы выбираем для в качестве корня нового дерева. То есть, что к чему мы будем присоединять, RU к RV или RV к RU. Так вот, ранговая эвристика состоит в том, что корнем нового дерева становится корень с большим рангом. Если ранг RU больше RV, то тогда у нас RV становится дочерней вершиной RU. И наоборот. Если же у них ранги совпадают, то тогда корнем нового дерева становится любая из этих двух вершин, пусть это будет вершина RU. И в этом случае мы меняем ранг RU. Мы его увеличиваем на единицу. Во всех остальных случаях ранги у нас не меняются. И в процедуре find у нас ранги тоже не меняются. То есть изначально все ранги равны нулю, и ранг меняется только в том случае, если дерево объединяется с деревом, корень которого имеет тот же ранг. Тогда ранг увеличивается на единицу. Тут несложно увидеть, что если это единственная эвристика, которую мы используем, если мы не используем сжатие путей, о котором ниже, то тогда у нас ранг вершины просто равен высоте этой вершины. Но за счет использования сжатия путей это будет не совсем так. Значит, в чем состоит эвристика сжатия путей? Когда мы запускаем процедуру find.u, мы проходим путь от u до корня дерева, в котором находится u. Так вот, эвристика заключается в том, что мы берем, это не эвристика даже, а просто некая оптимизация, заключается в том, что мы берем все вот эти вершины, которые нам встретились на пути от u до корня, и подвешиваем их к корню. Ну вот тут вот пример есть. Значит, мы тут выполнили find.b, мы из b перешли в e, потом в g, потом в f, и мы взяли и вот эти вот вершины все подвесили к корню. Так, чтобы в следующий раз, когда мы запускаем find, у нас мы эти вершины искали быстрее и легче. Ну, точнее, не эти вершины, а корень дерева, в котором они находятся, чтобы его можно было найти быстрее. Итак, вот эти вот две эвристики гарантируют нам... Да, ну, прежде чем говорить про сложность, связанную с этими эвристиками, давайте еще вспомним несколько свойств рангов, которые нам тут понадобятся. Значит, первое свойство. Если U не является, вершина U не является корнем, то ранг U никогда уже не изменится. Почему? Ранг у нас меняется только вот здесь, вот в процедуре union, и он меняется только у корня дерева. Если же у нас вершина не является корнем, то она корнем уже никогда не станет. Мы объединяем только... Корнем у нас... Корень всегда выбирает... Корень нового дерева всегда выбирается среди корней старых деревьев. Поэтому она уже никогда корнем не станет, и значит, ранг ее тоже никогда не изменится. Он зафиксирован навсегда. Второе свойство. Если U является родителем V, то ранг U строго больше, чем ранг V. Это, опять же, следует из того, как мы меняем ранги. Ну, точнее, как мы объединяем деревья. В каком случае у нас у вершины появляется или меняется родитель? Он меняется вот здесь, вот в union, и он еще меняется при сжатии путей. Значит, что происходит в union? В union у нас, скажем, RV становится ребенком RU. Это может произойти в двух случаях. Либо у нас ранг RV, он меньше, уже меньше, чем ранг RU, ну, тогда он таковым и останется, и получается, что у родителя RV ранг будет больше, чем у самого RV. Либо же у них ранги одинаковые, но при таком объединении тогда ранг RU увеличится на единицу. И опять же, родительский ранг на единицу больше, чем дочерний ранг. Еще родитель у нас меняется в процедуре find, когда мы делаем сжатие путей. Но в этой ситуации, поскольку у нас каждая вершина, ну, как бы вот, если мы посмотрим на этот путь, то у нас все вот эти вот родители, каждая следующая вершина имеет больший ранг.
То есть, скажем, у вершины B ранг ее родителя больше, а ранг ее любого ее предка, соответственно, еще больше. Поэтому, когда мы переподвешиваем вершину B к вершине F, ранг родителя уменьшиться не может. То есть родителем вершины B становится какой-то из предков ее родителя. Следовательно, ранг тут родителя может только увеличиться. Таким образом, если U родитель V, то ранг U больше, чем ранг V. Ну и третье свойство, которое мы доказывали по индукции в прошлый раз, если у нас есть, если мы зафиксируем какой-то ранг R и посчитаем, сколько вершин в системе имеют ранг R, то окажется, что их не больше, чем N поделить на 2 в степени R. И все эти три свойства нам сегодня понадобятся для того, чтобы доказать оценку сложности. Оценка сложности у нас вот такая вот, сформулирована в теореме ниже. Допустим, что у нас есть система непересекающихся множеств, составленная из n элементов. То есть мы n раз запустили makeSet, у нас получилась система непересекающихся множеств из n элементов. А дальше у нас идет какая-то последовательность из m операций union и find. Утверждается, что если мы используем ранговую эвристику и сжатие путей, то эта последовательность занимает время O от m итерированный логарифм от n. Итерированный логарифм от n формально определяется так. Неформально это сколько раз нам нужно взять двоичный логарифм, прежде чем аргумент станет не больше, чем единица. Ну, соответственно, если у нас... ну, вот тут приведены значения этого итерированного логарифма. Скажем, если у нас n равно 2, то тогда нам достаточно один раз взять двоичный логарифм, и сразу получим 1. Если n это 2, ну, такая башня из троек, это получается, что 2 в четвертой 16, значит, нам нужно 3 раза взять логарифм. Один раз взяли логарифм, получили 4, еще один раз взяли логарифм, получили 2, еще один раз взяли логарифм, получали 1. 3 раза. И эта функция монотонно возрастающая, ну или не убывающая, но возрастает она очень медленно. То есть даже вот для такого большого числа 2 в степени 65536, это такая вот башня из 5 двоек, итерированный логарифм от нее равен 5. А это число неизмеримо больше любого числа, с которым нам приходится иметь дело на практике. Поэтому с практической точки зрения можно считать, что итерированный логарифм от n ограничен числом 5, то есть по сути является константой. И тогда получается, что здесь у нас последовательность из m операций занимает время, ну, почти у от m. Вот это нам надо доказать сейчас. Для того, чтобы доказать, давайте введем такое определение. Мы будем называть вершину u хорошей, если она является корнем, или ее родитель является корнем, или выполняется вот это вот свойство. О чем говорит это свойство? Мы знаем, что родитель вершины U имеет ранг больше, чем сама вершина U. Но здесь это всегда так для любой вершины U. Но здесь утверждается нечто более сильное. Здесь мы как бы хотим сказать, что ранг родителя U сильно больше, чем ранг U. И говорим мы это следующим образом. Давайте мы будем сравнивать не сами ранги, а итерированные логарифмы от них. Так вот, значит, мы говорим, что вершина U является хорошей, если итерированный логарифм от ранга ее родителя больше, чем итерированный логарифм от ее собственного ранга. Если же ни одно из этих условий не выполняется, тогда мы вершину называем плохой. Зачем нам нужно это определение? И что, собственно, хорошего в хороших вершинах? Давайте посмотрим, что у нас происходит, когда мы вызываем find.u. Давайте мы посчитаем, сколько хороших вершин у нас посещается за время вызова find.u, и потом отдельно посчитаем, сколько плохих вершин мы посещаем.
Итак, find at u. Мы начинаем с u и поднимаемся вверх до корня. Какие вершины нам встретятся по пути? Ну, во-первых, нам встретится сам корень. Если u не является корнем, то нам тогда обязательно встретится дочерняя вершина корня. И далее, да, это все хорошие вершины по вот этим вот двум определениям. Что касается остальных вершин, то для того, чтобы какая-то вершина была хорошей, необходимо, чтобы итерированный логарифм от ранга ее родителя был строго больше, чем ее собственный итерированный логарифм. Сколько у нас всего различных значений для итерированного логарифма? На самом деле вот их вот столько. То есть не более, чем log star от n. Потому что n — это количество вершин вообще в нашем графе. Не в графе, а вот в нашей системе. Соответственно, в нашем распоряжении вот столько различных значений итерированного логарифма. Следовательно, все хорошие вершины, которые нам встречаются на пути, поскольку они являются предками друг друга, ну, то есть не друг друга, а мы идем по родительским ссылкам, то если у нас вершина является хорошей, ее значение итерированного логарифма должно быть строго меньше, чем значение итерированного логарифма ее родителя. Следовательно, всего у нас может быть не больше, чем вот столько вот, не больше, чем вот столько вот хороших вершин вот такого типа на пути из U до корня. Итак, что мы получили? Мы получили, что у нас максимальное число хороших вершин при выполнении find at u — это 2 плюс вот это вот значение, лог со звездочкой от n. Поступил вопрос в чат, что такое v? Ну, тут, смотрите, тут написано не более чем одна вершина v для каждого из возможных значений лог со звездочкой ранг от v. Вот мы идем по, от U до корня. И вот эти вершины, которые нам встречаются, это вершины V. Какие из этих вершин являются хорошими? Те, у которых вот это значение уникально. То есть нам на пути не могут встретиться две хорошие вершины с одинаковым значением, две хорошие вершины V с одинаковым значением лог звездочка от ранг V. Потому что одна из них будет предком другой. Для того, чтобы эта другая была хорошей, необходимо, чтобы итерированный логарифм от ранга ее родителя был строго больше, чем ее собственный итерированный логарифм. Следовательно, у них должны быть разные значения. Так, сейчас, секундочку. Почему значений логарифм звездочка возможных ровно логарифм звездочка n? Почему их столько? Ну, потому что у нас... Да, в принципе, это правильный вопрос. Каким у нас может быть ранг на самом деле? Какой у нас максимальный ранг? Максимальный ранг у нас может быть, ну, на самом деле это логарифм от n, но уж больше n он точно не будет. Почему? Потому что вот если мы посмотрим на то, как у нас происходит изменение ранга, у нас изначально ранг каждой вершины равен нулю, а затем он увеличивается на единицу, может увеличиться на единицу только в том случае, когда U становится корнем дерева, к которому мы присоединяем еще одно дерево. То есть в тот момент, когда ранг вершины U увеличивается на единичку, как вот здесь вот, сама U оказывается в дереве, которое содержит хотя бы на одну вершину больше. Поскольку у нас всего вершин N, то вот этих вот увеличений, этих инкрементов ранга не может быть больше, чем N.
Поэтому максимальный ранг у нас равен n. Но раз у нас максимальный ранг равен n, то сколько возможных значений может быть для... Так, куда я попал? Сколько возможных значений может быть для итерированного логарифма от ранга v? Ну, собственно, итерированный логарифм от n. То есть, соответственно, у нас... Если мы выпишем для всех чисел от 0 до n, это вот наши возможные значения рангов, если мы выпишем значение итерированных логарифмов от n, то максимальным из них будет лог звездочка n. Соответственно, вот эти значения, это значение 0, 1, 2, 3 и так далее, лог звездочка n. Больше, чем лог звездочка n быть не может. Еще тут поступил вопрос, почему при подвешивании не меняет ранг. По определению мы просто договорились, что ранг – это некая величина, которую мы меняем исключительно, когда совершаем объединение. А когда мы переподвешиваем, мы ранг не меняем. Ранг остается таким, какой был. Так, хорошо, возвращаемся тогда сюда. Итак, find.u посещает u от лог со звездочкой n хороших вершин. Следовательно, если бы у нас все вершины были хорошими, то тогда find.u работал бы за время u от лог звездочка n. И поскольку u лог звездочка n — это константа для всех, для всех разумно больших n, то получилось бы, что find.u у нас работает почти за константное время. Но, к сожалению, нам попадаются на этом пути от u до корня не только хорошие вершины, но и плохие. И мы сейчас отдельно посчитаем, сколько плохих вершин мы встречаем. Вообще, у нас каждая вершина изначально хорошая. Потом в какой-то момент она может стать плохой. Потом в какой-то момент она может опять стать хорошей. Но штука в том, что рано или поздно у нас все, если, скажем, так сказать, в пределе, у нас все вершины становятся хорошими. Что я имею в виду, когда говорю «в пределе»? Вот если мы рассмотрим такую вот последовательность union find, очень длинную последовательность из операций union и find, мы замечаем, что каждый раз, когда мы делаем find.u, у нас вершина u подвешивается к корню. И значит, она становится дочерней вершиной корня, и она в этот момент становится хорошей. Может быть, потом она станет плохой, когда мы корень этого дерева объединим с каким-нибудь другим деревом. Но штука в том, что если у нас количество элементов в нашем множестве n, то операция union у нас не может быть больше, чем n-1. Поэтому если вот m очень большое, там существенно больше, чем n, то тогда большая часть вот этих вот операций, которые нам встречаются, это все-таки операции find. То есть после того, как мы сделаем n-1 операцию union, больше уже операций union мы сделать не сможем. Все следующие операции — это будут операции find. Так вот, каждая операция find нам делает вершины хорошими. То есть если мы запустили find.u, то мы уверены, что после этой операции вершина u стала хорошей. Поэтому в пределе, если мы для каждой вершины запустим find, у нас все вершины станут хорошими. Так вот, сейчас мы хотим посчитать, сколько раз мы посещаем каждую вершину в тот момент, когда она является плохой. Для того, чтобы это сделать, давайте сначала разобьем все наши ранги на группы. Группы с одинаковыми значениями итерированного логарифма. Скажем, для рангов 0 и 1 итерированный логарифм равен 0. Вот они попадают в эту группу. Для двойки итерированный логарифм равен 1. Она попадает в эту группу. Для тройки и четверки итерированный логарифм равен 2. Попадает в эту группу. Числа от 5 до 16, их итерированный логарифм равен 3. Значит, они попадают в эту группу. Следующая группа у нас от 17 до 2 в 4, до 2 в 16 степени. И так далее. То есть общая формула такая. У нас очередная группа выглядит так.
мы берем последний элемент предыдущей группы, он называется i, и следующая группа — это все числа от i плюс 1 до 2 в степени i. Вот у них у всех один и тот же, одно и то же значение итерированного логарифма. Ну, на самом деле, опять же, с практической точки зрения, этих групп не очень много, их всего 6, поскольку вот это число уже супер большое. То есть вот в эту, все реально большие числа, которые, с которыми нам приходится иметь дело на практике, они попадают в эту группу. Но, тем не менее, теоретически n может быть сколь угодно большим, и тогда наша группа выглядит вот так. Вот последняя интересующая нас группа — это группа, в которой находится само число n. Всего у нас будет O от лог со звездочкой n групп, ну, просто потому что каждая из групп, это, ну, значение в одной из групп отличается от значения итерированного логарифма другой группы. Всего у нас лог звездочка n различных значений, ну и вот столько групп получается. Итак, теперь давайте зафиксируем какую-нибудь плохую вершину U, ранг которой принадлежит вот такой вот группе. Группе, которая начинается в i плюс 1 и заканчивается в 2 в i-той степени. И сейчас мы хотим посчитать, сколько мы раз посещаем вот эту плохую вершину за все время работы, за все время жизни нашей структуры данных. Но считать мы будем только те посещения, когда U является плохой. Те посещения, когда U являлась хорошей, мы уже посчитали на предыдущем слайде. Итак, вот сейчас мы предполагаем, что U у нас плохая вершина. Раз она плохая вершина, то она не является корнем. Раз она не является корнем, то она корнем уже никогда не станет, а следовательно, ранг ее уже не изменится. То есть ранг от U, он навеки застрял вот в этом, в этой группе, и никуда из нее не выйдет. Что можно сказать про ранг ее родителя? Ну, во-первых, ранг ее родителя, он строго больше, чем ее собственный ранг. Это верно вообще для всех вершин. Для всех вершин так. Ранг родителя всегда строго больше, чем ранг самой вершины. Но про ранг родителя мы еще можем сформулировать вот такое вот неравенство. Этот ранг, он не больше, чем 2 в степени i. Это верно, потому что у нас вершина U плохая. А раз она плохая, то ранг ее родителя должен совпадать, вернее, итерированный логарифм от ранга ее родителя должен совпадать с итерированным логарифмом от ее собственного ранга. И, следовательно, он должен быть в той же группе, что и ее собственный ранг. То есть ранг от родителя, он тоже находится вот в этой группе. Когда мы посещаем вершину U в find, в процедуре find, после того, как мы добрались до корня, мы все вершины, встретившиеся нам на пути, в том числе и саму вершину U, подвешиваем к этому самому корню. Получается, что для вершины U родитель меняется. Сама вершина U не являлась корнем, она не являлась ребенком корня, а теперь она стала ребенком корня. То есть родитель у нее поменялся. Причем он поменялся на предка ее родителя. Следовательно, его ранг увеличился. Ранг ее родителя увеличился. Вспомним, что у нас вот в этой цепочке ранги монотонно увеличиваются все время. Следовательно, если мы переподвесили U выше, то тогда ее родитель находится выше, чем ее новый родитель выше, чем ее предыдущий родитель, значит, его ранг больше. И получается, что при посещении U find ранг ее родителя обязательно увеличится. Это верно, если U плохая. Вот давайте посмотрим. Мы будем посещать эту вершину U. Мы посетили один раз. Ранг ее родителя увеличился хотя бы на один. Посетили ее еще один раз, когда она плохая. Опять же, ранг увеличился на один. И так далее. Как только у нас ранг превысит 2 в степени i, то есть в какой-то момент это произойдет, если мы будем посещать вершину слишком часто, в какой-то момент ранг родителя станет больше, чем 2 в степени i. И в этот момент вершина u станет хорошей и останется уже такой навсегда.
Почему? Потому что ее собственный ранг не меняется, он уже не изменится. Ранг ее родителя уже находится в другой группе, то есть его итерированный логарифм больше, чем ее собственный ранг. И дальше, если мы вершину O будем еще куда-то там переподвешивать, то ранг ее родителя будет только увеличиваться, а ее собственный ранг уже меняться не будет. Следовательно, вершина O всегда будет хорошей. Так вот, сколько раз мы можем посетить вершину U? Получается, что это окончательное исправление произойдет не более, чем через 2 в степени и посещения вершины U. Ну, поскольку мы начинаем где-то вот в этом интервале, и как только мы доходим, как только мы пересекаем вот эту границу, как только мы переходим за 2 в степени и, у нас вершина становится хорошей. Соответственно, таких вот посещений не может быть больше, чем 2 в степени и. Итак, какой у нас тут вывод? Мы взяли вершину U, плохую вершину U, ранг которой лежит вот в таком вот интервале. И выяснили, что U исправится навсегда, то есть станет хорошей и уже больше никогда не будет плохой, не более чем через 2 в степени и посещений. Опять же, обращу внимание, что здесь речь идет о посещениях вершины U, когда она является плохой, а не когда она является хорошей. Когда она является хорошей, мы посчитали раньше. У нас вершина U является плохой, мы делаем find от U, допустим. В этот момент после этого U становится хорошей, потому что она становится ребенком корня. Но потом она может снова стать плохой, если это дерево, в котором она находится, присоединится к другому дереву. Вот здесь мы считаем только плохие посещения, и их может быть не больше, чем 2 в степени и, после того, как U исправится уже навсегда. Свойство рангов, которое было несколько слайдов назад, мы знаем, что у нас существует не больше, чем n поделить на 2 в степени r вершин ранга r. Тогда давайте посчитаем общее число плохих вершин, ранг которых попадает вот в эту группу. Мы просто проходимся по всем рангам от i плюс 1 до 2 в степени i и складываем n, деленное на 2 в степени r, где r – это соответствующий ранг. Ну, легко заметить, что это убывающая геометрическая прогрессия. Можем ее заменить на бесконечную убывающую геометрическую прогрессию, а дальше воспользоваться формулой суммы этой прогрессии. Первый член у нас это n поделить на 2 в степени i плюс 1. Коэффициент это 1 вторая. Следовательно, у нас получается вот такая вот формула. Ну и это n поделить на 2 в степени i. Итак. Общее число плохих вершин вот в такой вот группе – это n поделить на 2 в степени i. Значит, сколько всего у нас посещений плохих вершин из этой группы бывает? Каждую вершину мы посещаем не больше, чем 2 в степени i раз, пока она плоха. Всего плохих вершин у нас n поделить на 2 в степени i, не больше, чем это, значит, всего посещений n. То есть вершины, ранги которых находятся вот в этом множестве, число посещений плохих вершин с такими рангами не превышает n. Заметьте, что это число вообще никак не зависит от того, какую именно группу мы рассматриваем. То есть для любой группы число посещений плохих вершин из этой группы не больше, чем n. Но у нас всего O от лог со звездочкой n групп. Поскольку в каждой группе значение итерированного логарифма свое. А максимальное значение итерированного логарифма это лог звездочка от n. Тогда получается, что за все время жизни системы непересекающихся множеств плохие вершины мы посещаем O от n лог звездочка n раз. Итак, возвращаемся теперь к нашей теореме. Что мы, собственно, доказали? Мы доказали, что каждый вызов find.u посещает u от log звездочка n хороших вершин. Вот, это первое, что мы доказали. Второе, что мы доказали,
это то, что все вызовы find.u, вот в этой последовательности, все вместе вызовы find.u, посещают всего o от n, log звездочка n плохих вершин. Когда вот я тут говорю все вызовы find.u, я имею в виду не только те вызовы, те явные вызовы find, которые встречаются в этой последовательности, но и те скрытые вызовы find, которые у нас встречаются вот здесь вот внутри union. Внутри union у нас два вызова find есть. Итак, ну, а все остальное, на самом деле, что у нас происходит в этой последовательности операций, это все остальное константно. Ну, то есть в случае find мы, можно сказать, вообще больше ничего не делаем, мы просто посещаем вершины, от вершины u до корня. В случае union мы еще два дерева сливаем. Ну, эта операция занимает константное время. Тогда получается, что общая сложность у нас такая. Да, union выглядит вот так вот. Общая сложность у нас такая. Каждый вызов find.u посещает o от log звездочка n хороших вершин. Значит, всего, поскольку у нас всего find'ов o от m, у нас получается, что время на посещение хороших вершин это o от m log звездочка n. Плюс o от n log звездочка n это время на посещение плохих вершин. И тогда общее время оказывается вот таким вот. Ну, это чуть-чуть отличается все-таки от того, что написано в теореме. В теореме написано o от m log звездочка n. Ну, если у нас m больше, чем n, то тогда понятно, что это выполняется. Если у нас m меньше, чем n, это означает, что у нас операции union было меньше, чем у нас вообще элементов в нашем множестве. И значит, может так получиться, что у нас, собственно, меньше, что у нас в результате, в конце этой последовательности из M-операций, у нас все еще будет несколько компонент связанности, то есть несколько не пересекающихся множеств в нашей системе. И заметим, что если мы будем каждую из этих компонент рассматривать отдельно, то для каждой из них вот такая вот оценка тоже будет верна. Но только вот в каждой из них мы n, за n возьмем то количество вершин, которое входит именно в эту компоненту. Тогда для них, вот это, для каждой из компонент вот эта оценка будет верна. Ну и из этого несложно увидеть, что тогда общая оценка будет действительно вот такой вот. Так, собственно, это все. Мы доказали вот эту вот теорему. Давайте мы сейчас сделаем следующее. Давайте мы, прежде чем перейдем к другой теме, сделаем небольшой 5-минутный перерыв. Если у вас есть какие-то вопросы, то за этот перерыв вы их можете мне задать. Потому что следующая тема, она с этой связана никак не будет. Вот. Если вопросов нет, то тогда просто давайте немножко передохнем. Был вопрос, сколько задач будет в последнем домашнем задании. Пока не могу сказать, сколько их будет. Последнее домашнее задание, кстати говоря, когда оно появится? Оно появится не раньше четверга, потому что оно будет по темам, которые мы будем изучать в четверг и в понедельник.
8 июня еще будет лекция или уже нет? Поступил вопрос. 8 июня будет лекция, но это будет лекция такая, я думаю, мы задачно не просто порешаем. Вспомним все, что было в течение года в плане подготовки к экзамену. Следующий вопрос. Какое у последнего домашнего задания будет дедлайн? Так, какой дедлайн будет? Последнее домашнее задание. Сейчас я скажу, какой дедлайн у него будет. Предполагается, что его дедлайн будет 4 июня. 4 июня это у нас что такое? Наверное, четверг. Ну да, то есть неделя у него будет. Спрашивают про автоматы, а автоматы пока не планируются. Собственно, их не было во втором модуле. И сейчас автоматы тоже, скорее всего, их не будет. Но только если вдруг мы поймем, что ну как-то совсем тяжело делать этот устный экзамен в Zoom на всех, тогда, может быть, и введем автоматы, но, скорее всего, нет. Дальше меня спрашивают про формат экзамена. Давайте я про это все-таки сейчас не отвечу, отвечу позже. Сейчас рассматривается два формата. Давайте отвечу тогда. Два формата. Я обещал, что мы определимся с форматом к концу месяца. То есть, ну, давайте считать, что в понедельник вы узнаете окончательный ответ. А пока форматы, которые рассматриваются такие, это либо ответ по билетам. Тогда мы заранее на Вите опубликуем список билетов. То есть там будут теоретические вопросы, но отвечать на них нужно будет без подготовки. Сразу. Либо второй формат – это много таких маленьких, простых задач по всему курсу, которые надо будет тоже решать без подготовки. То есть вот вы заходите в Zoom, начинаете беседу с преподавателем, он вам дает какую-то задачу простую, вы при нем ее решаете. Вот два формата. Либо по билетам, либо по задачам. Следующий вопрос. Почему программа курса сильно урезана по сравнению с прошлогодней? Тому есть несколько причин. Одна из них связана с тем, что вообще-то лекций получилось меньше. На самом деле, занятий получилось меньше в связи со всеми этими карантинами, сокращениями и так далее. Ну, а второе, тут надо сказать, что те темы, которые были включены, так сказать, экспериментально в прошлом году в программу, они оказались несколько сложными. Кто будет принимать экзамен? Экзамен будут принимать семинаристы. Но не обязательно, что у вас будет принимать экзамен тот же семинарист, который у вас вел занятия. Может быть, другой, а может быть, тот же. Так, ну ладно, давайте тогда вернемся к нашей теме. К нашим слайдам. Итак, мы сейчас закончили с системой непересекающихся множеств. Вот мы разобрали ее вторую реализацию, которая имеет вот такую вот сложность. Это очень хорошая сложность. Почти что получается в среднем каждая операция, на каждую операцию уходит почти константа. Но в среднем. Каждая отдельная операция find может занимать больше времени. Там, вплоть до логарифмического времени. И, разумеется, тоже верно для операции union, потому что она включает в себя две операции find. Так, вот мы рассматривали эту структуру данных в применении к алгоритму Крускала. Она позволяет нам ускорить алгоритм Крускала. Алгоритм Крускала – это пример жадного алгоритма. И сегодня мы о нем поговорим еще, но поговорим немножко с другой точки зрения. Вообще,
жадные алгоритмы. Вот сейчас мы вернемся к жадным алгоритмам и на самом деле эту тему завершим. Жадные алгоритмы, как правило, их не всегда, но зачастую их довольно легко спроектировать, то есть легко придумать. И эти алгоритмы, они как бы интуитивно понятны. Однако доказать их корректность далеко не всегда бывает легко. И исследователи пытались выделить какие-то классы жадных алгоритмов или там классы задач, для которых и придумать для них какие-то общие доказательства корректности. Вот один из таких классов, он основан на понятии матроида. Мы о нем сейчас поговорим. Что такое матроид? Прежде чем давать определение, я приведу пример матроида. Значит, пример такой. Пусть у нас S — это множество n-мерных векторов. И пусть размер S больше или равен n. И пусть ранг S равен n. То есть у нас в S существует какое-то множество, подмножество из n линейно независимых векторов. И мы хотим его найти. Подмножество называется базисом, мы хотим его найти. Как это сделать? Работает вот такой вот жадный алгоритм. Мы сначала начинаем с пустого f, дальше мы проходимся по всем векторам нашего множества s. И если оказывается, что при добавлении вектора v в f у нас это множество f все еще остается линейно независимым, то тогда мы добавляем v в f. И, собственно, в конце цикла возвращаем f. Вот такой вот жадный алгоритм. Мы берем первый попавшийся вектор, который можно добавить, добавляем его в f, и нам никогда не приходится делать никакие возвраты назад. На какой алгоритм это похоже? Ну, похоже на алгоритм Крускал, на самом деле. И вот мы сейчас увидим, что то, что такой же алгоритм работает для поиска минимального островного дерева, это не совсем случайно. И в том, и в другом случае мы имеем дело с так называемым матроидом. Называется он так в честь как раз вот этого примера, но формально его определение следующее. Пусть у нас есть конечное множество S и некоторое семейство его подмножеств I. Мы говорим, что SI является матроидом, если выполняются три условия. Первое условие такое. Пустое множество входит в I. Второе условие. Если у нас x входит в i, то и любое его подмножество тоже должно входить в i. И, наконец, третье условие. Допустим, что у нас есть два множества, x и y. Давайте вот элементы i на самом деле называются независимыми множествами. То есть вот у нас есть два независимых множества, x и y. И при этом размер x строго меньше, чем размер y. Тогда должно выполняться следующее. Должен существовать в y без x такой элемент v, добавление которого к x не приводит к потере x независимости. То есть мы можем в y найти какой-то элемент, которого в x еще нет, добавить его в x и получить множество из i. Вот если i удовлетворяет вот этим трем свойствам, то тогда si называется матроидом. Значит, элементы I называются независимыми подмножествами, а базисом матроида называется максимальное по вложению независимое подмножество. То есть такое подмножество, к которому невозможно добавить никакой другой элемент без потери этим подмножеством независимости. Все понятно с определениями здесь? Или есть какие-то вопросы? Хорошо, пойдем дальше. Вот, пример. Матричный матроид. Это на самом деле тот самый матроид, который у нас был вот на позапрошлом слайде. Пусть S — это у нас множество n-мерных векторов, и пусть I содержит все линейно независимые подмножества S. Докажем, что SI является матроидом. Для этого нужно доказать, что выполняются вот эти вот три свойства. Первое свойство — это то, что пустое множество является независимым. Ну, действительно, пустое множество является линейно независимым.
Так, сейчас, секундочку. Почему-то я не могу вот одновременно. Ладно, давайте сначала это проговорю, потом на вопрос отвечу. Так, значит, пустое множество линейно независимо. Если x линейно... Дальше нам нужно доказать, что если у нас x линейно... Если x независимое подмножество, то любое его подмножество тоже является независимым. Ну, это очевидно в данном случае. Если x линейно независимое подмножество, то и любое его подмножество тоже линейно независимо. Наконец, дальше. Если у нас x и y являются линейно независимыми подмножествами, и при этом x имеет меньший размер, чем y, тогда, во-первых, мы получаем, что ранг x равен, равен мощности x, раз оно линейно независимо, тоже верно для ранга y, ну, если мы посмотрим на x и y, как на матрице, состоящей из соответствующих векторов, то тогда ранг x равен мощности x, ранг y равен мощности y, и получаем, что ранг x строго меньше, чем ранг y. И тогда существует такой вектор, который в y есть, а в x нет, который не является линейной комбинацией никаких векторов из x. И раз он существует, то мы его можем добавить к x без потери x линейной независимости. То есть x объединенное с v будет линейно независимым подмножеством. И вот у нас доказано, получается, третье свойство. Так, тут теперь был вопрос. В y... Вопрос такой был. То есть в y есть элемент, который при добавлении к x дает что-то из i. Да, это вот... Сейчас, это... Где это? Это вот свойство. Действительно, в y есть элемент, которого нет в x, но который, если мы добавим к x, у нас мы все еще останемся в i. За пределы i не выйдем. Так. Дальше. Еще один пример матроида, графовый матроид. Пусть у нас есть граф VE, и за i мы обозначим подмножество ребер F, которые не содержат циклов. То есть мы говорим, что у нас F входит в i, если VF является лесом. Если мы вот таким вот образом определим i, то получается, что EI — это тоже матроид. Давайте это докажем. Ну, во-первых, V с пустым множеством ребер — это, конечно, лес. Этот лес содержит много одноэлементных деревьев. Если у нас VX — это лес, и Y — это подмножество ребер X, то... Понятно, что в y тоже лес, то есть там тоже нет циклов. Что такое лес? Лес — это граф, в котором нет циклов. Если у нас не было цикла в x, то после того, как мы из x удалим какие-то ребра, у нас циклы, конечно, не появятся. Значит, второе свойство матроида выполняется. Третье свойство. Если у нас vx и vy — это леса, и мощность x строго меньше, чем мощность y, то тогда заметим, что в лесу VF у нас всего, ну вот, возьмем какой угодно лес VF. В этом лесу количество деревьев определяется по такой вот формуле. Мощность V минус мощность F. Ну вот, например, если VF это на самом деле одно дерево, то в дереве у нас N минус одно ребро, ну или V минус одно ребро, получается V минус 1, то есть одно дерево. Если у нас не n минус 1 ребро в f, а n минус 2 ребра, то значит мы имеем дело с двумя деревьями и так далее. Но тогда получается, что в лесу vx у нас больше деревьев, чем в лесу vy, поскольку мощность x меньше, чем мощность y. Ребер меньше, а деревьев, соответственно, больше. Но тогда в одном из деревьев леса vy должны существовать две вершины, которые принадлежат разным деревьям леса X.
И более того, такие две вершины, должны обязательно существовать две вершины, которые соединены ребром. То есть, если у нас в дереве есть две вершины из разных подмножеств, то это означает, что где-то там, ну, просто рассмотрим путь от одной вершины до второй вершины. И этот путь, получается, в одном, в какой-то момент перейдет из одного подмножества в другое. То есть у нас будет обязательно ребро, которое соединяет вершины из разных подмножеств. Таким образом, у нас в одном из деревьев леса VY есть ребро V, вершины которого U и V принадлежат разным деревьям леса VX. Давайте просто возьмем и добавим это ребро к множеству X. U находится в одном дереве X, V находится в другом дереве X. Значит, при добавлении этого ребра у нас циклов не образуется, а просто два дерева X сольются в одно. И у нас все еще будет лес. Таким образом, третье свойство этого матроида, третье свойство матроида тут тоже выполняется. А что тут будет базисом? Базис, вспомним, это максимальное независимое множество, максимальное по вложению независимое множество, то есть это такой лес, к которому нельзя добавить ни одного ребра без того, чтобы этот лес перестал быть лесом. Ну, понятно, что это верно, только если у нас в лесу есть всего лишь одно дерево. Тогда действительно мы не сможем добавить ни одно ребро. Если же у нас есть хотя бы два дерева, то можно добавить ребро, которое их соединяет. Поэтому базисом является островное дерево. Небольшое уточнение. Это верно, если здесь у нас речь идет о связанном графе. Если у нас граф не связанный, то, конечно, никакого островного дерева у нас быть не может. И вот если у нас граф не связанный, то тогда базисом будет являться множество островных деревьев, компонент связанности нашего графа. Если же граф связанный, то это просто одно островное дерево. Теперь давайте добавим к нашему матроиду веса. Допустим, что вот у нас есть матроид SI, и у нас определена функция весов на элементах этого матроида. То есть каждому элементу S сопоставлен какой-то вес. И рассмотрим вот такой вот жадный алгоритм на взвешенном матроиде. Он должен найти базис матроида минимального веса. Ну, вес базиса — это просто сумма весов, элементов, которые в него входят. Алгоритм невероятно прост. Мы инициализируем F пустым множеством. Дальше мы проходимся по всем элементам нашего S в порядке увеличения весов. То есть мы начинаем с самых легких элементов S. И пытаемся каждый очередной элемент добавить к F. Если получается добавить так, что F объединение с V входит в I, то мы добавляем. Если же добавление V влечет потерю независимости, то тогда не добавляем. Ну и в конце возвращаем F. Вот такой вот алгоритм. Мы сейчас докажем его корректность. То есть мы сейчас докажем, что каким бы ни был матроид, жадный алгоритм на взвешенном матроиде возвращает нам базис матроида минимального веса. А для этого мы докажем вот такую вот лемму. Пусть B — это какой-то минимальный базис. Минимальный в смысле базис минимального веса. И пусть F — это какое-то независимое множество, которое входит в B. Собственное подмножество этого самого B. То есть, в принципе, его можно достроить до B. Можно добавить в него элементы так, чтобы у нас получился B. Как мы его будем достраивать? Давайте вот так вот. Давайте посмотрим на все элементы, которых в F еще нет, такие добавления которых к F не влечет потерю независимости.
То есть f, объединенное с v, все еще принадлежит i. И из всех таких элементов мы выберем самый легкий. Этих самых легких может быть несколько, но легкий в смысле с минимальным весом. Этих самых легких может быть несколько, выберем тогда любой из них. Вот v это один из легчайших элементов s минус f, таких, что f, объединенное с v, входит в i. Утверждение такое. Существует некоторый минимальный базис b-штрих, возможно, отличающийся от b, такой, что f, объединенное с v, в него все еще входит. Вот, и эта лемма на самом деле гарантирует нам корректность алгоритма. Почему она нам его гарантирует? Что мы тут делаем? Вот мы начинаем с того, что у нас f входит в минимальный базис. И действительно, в нашем алгоритме так и есть. F изначально пустое, пустое множество, безусловно, входит в какой-то минимальный базис. А дальше мы показываем, как мы это F увеличиваем. Мы увеличиваем так. Мы выбираем самый легкий элемент, который в него можно добавить. И добавляем его. Утверждается, что в этом случае мы все еще на верном пути. То есть, может быть, вот в этот базис B мы уже и не придем, но мы придем тогда в какой-то другой, ну, по крайней мере, можем прийти в какой-то другой минимальный базис B-штрих. То есть наше подмножество текущее, оно все еще находится внутри какого-то минимального базиса. Добавление V безопасно. Ну и заметим, что вот здесь у нас происходит ровно то же самое. То есть вот здесь вот мы выбираем самый легкий V, которого нет в F и которого к нему можно добавить без потери независимости. Если эта лемма верна, то тогда получается, что мы это v вполне можем добавить, и при этом мы не свернем с пути построения базиса матроида минимального веса. Так, мне тут пришли вопросы. Давайте я на них отвечу. Первый вопрос, что такое базис? Ладно, не буду... Скажу словами. Базис, это вы можете посмотреть, на вики лежат слайды, там написано, что такое базис. Но базис — это независимое множество, к которому нельзя добавить никакой другой элемент без того, чтобы эта независимость не потерялась. То есть вот B — это базис, это означает, что если мы добавим к нему какой-то элемент V, то B, объединенный с V, точно уже не будет независимым. Следующий вопрос. Если B минимальный базис, то как мы смогли выбрать еще более меньший базис F в нем? Не смогли, и мы не говорим, что F это базис. Мы говорим, что F это независимое множество. Но оно не является базисом. Если оно является базисом, то вообще все хорошо, ничего доказывать не надо. Мы как раз говорим о том, что мы это F пытаемся достроить до базиса. Что такое независимость в случае чего-либо, кроме векторов? Независимыми называются элементы, которые входят под множество, которое входит в i. Вот и все. То есть просто по определению. Давайте я вот это немножко тут тогда все-таки вернусь к определению матроида. Было, вот оно. Мы в нашем определении матроида зафиксировали множество S, зафиксировали семейство его подмножеств I, которое обладает вот этими свойствами. И дальше мы сказали, что вот элементы из I мы будем называть независимыми подмножествами. Вот и все. Следовательно, когда я говорю, что... Да, вот что значит, что базис — максимальное по вложению независимые подмножества? Это значит, что базис — это множество, которое, во-первых, само входит в i, а во-вторых, какой бы элемент вы к нему ни добавили, вы не получите элемент i. Элемент из i. То есть никакое его надмножество в i не входит. Это значит, что b — базис. Так, лемма. Ну хорошо, вот эта вот лемма, эта лемма гарантирует нам корректность алгоритма. Давайте докажем лемму.
Рассмотрим два случая. Первый случай – это когда у нас F объединенное с V по мощности равно B. Это значит, что у нас размер F на единицу меньше, чем размер B. И когда мы добавили V, мы получили множество по размеру одинаковое с B. Если F объединенное с V еще не является базисом, то это означает, что, ну, во-первых, это множество, оно все еще независимое. Поскольку мы выбрали F объединенное, мы выбрали V таким образом, что F объединенное с V входит в I. Значит, F объединенное с V все еще независимое. Но если оно не базис, это значит, в него можно добавить еще какой-то элемент без потери независимости. Пусть этот элемент называется U. Тогда получается, что F объединенное с V U это тоже независимое множество. Давайте назовем его C. Но теперь мы получили, что у нас есть два независимых множества, B и C. При этом C на единицу больше, чем B по размеру. И тогда воспользуемся третьим свойством матроида. Третье свойство матроида говорит нам о том, что в C должен существовать какой-то элемент X, которого нет в B, но добавление которого к B не приводит к потере независимости. И это противоречие, потому что B – базис. Такого икса на самом деле быть не может. Ну, а значит, наше исходное предположение о том, что F объединенное с V не базис, было ложным, и значит, F объединенное с V является базисом. Но тогда мы видим, что у нас F – это подмножество B. То есть все элементы F есть в B. Единственный элемент новый, который мы добавили, это элемент V. Следовательно, B и F объединенное с V различаются между собой только одним элементом. Значит, у нас в F объединенное с V есть элемент V, а в B вместо него есть какой-то элемент V'. Но этого V' у нас в F нет. Мы выбрали V как один из легчайших элементов, которого нет в F. Следовательно, вес V', он... так, вот тут знак неправильный. Вес V', он больше или равен, чем вес V. Поскольку V это один из легчайших элементов. А значит, суммарный вес F объединенного с V не может быть больше, чем вес B. Следовательно, F объединенный с V это минимальный базис. Вот, это случай, когда у нас F отличается на 1 по размеру от B. Давайте посмотрим теперь второй случай. Второй случай – это когда у нас F отличается от B по размеру более чем на один элемент, и тогда F объединенное с V по размеру все еще строго меньше, чем B. Давайте мы за C обозначим F объединенное с V и заметим, что раз у нас C – это независимое множество, которое меньше по размеру, чем другое независимое множество B, мы можем воспользоваться третьим свойством матроида и найти в B элемент U такой, что C объединенное с U все еще независимо. Вот мы нашли такой элемент U, и давайте мы его добавим в C. И будем так добавлять элементы из B в C до тех пор, пока у нас C все еще меньше B. Как только у нас C сравняется с B, мы остановимся. Сравняется по размеру. Ну тогда, если у нас C по размеру равно B, C окажется базисом. Ну, тут можно воспользоваться тем же самым рассуждением, которое было на предыдущем слайде. При этом B и C различаются между собой, опять-таки, только одним элементом. В B у нас есть элемент V' вместо какого-то элемента V. Все остальные элементы у них одинаковые, потому что элементы F, они изначально входили в B, а дальше мы все элементы, которые мы добавляли в C, кроме V, все эти элементы, они брались из B. Следовательно, единственный элемент, которым они различаются, это вот V и V'. То есть V у нас находится в C, а в B находится V'. И дальше тут опять ошибка. W от V меньше или равен, чем W от V'. Поскольку V – это один из легчайших элементов, не входящих в F.
И отсюда следует, что C является минимальным базисом. Все, значит, мы доказали лемму, и значит, мы доказали, что наш жадный алгоритм на матроиде находит то, что он должен находить. То есть он находит базис матроида минимального веса. Почему это полезно? Ну, давайте попробуем применить вот этот вот алгоритм к нашему графу матроиду, например. Значит, вот у нас есть наш граф VS. Независимое множество — это леса, которые у нас тут входят в наш граф. И мы уже договорились, что если у нас граф связанный, то тогда базисом этого графового матроида является, собственно, островное дерево. Следовательно, вот этот алгоритм, он нам находит базис минимального веса, то есть он нам находит минимальное островное дерево. Ну и это неудивительно, потому что на самом деле в применении к графовому матроиду это просто-напросто алгоритм Крускала. Видите, мы начинаем с пустого леса, дальше мы идем по, в данном случае V это ребро, то есть мы идем по всем ребрам в порядке увеличения их весов, и если ребро можно добавить к лесу без потери независимости, то есть без образования циклов, то мы это ребро добавляем. Это в точности алгоритм Крускала. И его корректность следует, собственно, из корректности вот этого более общего алгоритма, жадного алгоритма на матроиде. Конечно, далеко не все жадные алгоритмы можно вот таким вот образом представить в виде жадного алгоритма на матроиде. То есть теория матроидов, она покрывает далеко не все случаи жадных алгоритмов, но тем не менее это достаточно широкий класс. И существует некоторое его расширение, существует, например, понятие гридоида, которое позволяет рассматривать более широкие классы. Ну, в общем, идея такая, что вот если мы хотим понять, почему те или иные жадные алгоритмы работают, мы можем либо для каждого из них доказывать отдельно то, что он работает, либо можно попытаться как-то разбить задачи и алгоритмы на какие-то классы и посмотреть на это все чуть-чуть более абстрактно, доказать один раз корректность жадного алгоритма на, там, на матроиде, на гридоиде, на чем-то еще, а потом уже пользоваться этим результатом для того, чтобы получать алгоритмы решения других задач, в которых возникает та же самая математическая структура. Там матроид, гридоид и так далее. Вот, собственно, это все на сегодня. Если у вас есть какие-то вопросы, то задайте их сейчас. Если вопросов нет, то тогда все, спасибо. До свидания.